Нормальный раз? Да, да, да. Хотели бы мы, а сделал так, как хотел он. И намного меньше награждается наша Арина Крапова. В номинации... Номинация «Самая изящная походка». Вот рада. Спасибо. Алиса, за то, что ты пожертвовала свою косу для того, чтобы показать прелесть волос шикарно. Самый улыбчивому номинации, самому улыбчивому, у него две номинации, самый улыбчивый и самый рыжий. И к ручке польская медаль. Пусть она у тебя будет началом твоей коллекции. Смотрите, такая же рыжая. Пусть она будет началом твоей коллекции. И сейчас самый торжественный момент. Я хочу, мне очень приятно. Была на память о нашем лагере. Спасибо тебе большое. Браво! Молодец! Нашему дизайнеру, который нам помогала быть красивыми. Наталья, я думаю, что это тоже будет начало твоей коллекции. Тебе на память о нас побольше. Коррупция расцветает. Всем спасибо. Я думаю, что эти горы оставят хорошее воспоминание. Всем вам спасибо. Так, ну что, детвора. Да. Почему раз? Мы пили. Мы не орали. Это восьмая банка тушенки. Кто ж тебе поверит? Да. Когда будет есть, поверит. Будет очень вкусная харцерская еда, полевая еда. Все продукты сначала понюхали. О, мы тарелочку. Вы бы нам тоже принесли тарелочки? Для тех, кто готовил. Пану коменданту, пожалуйста. Пану коменданту. Так, это у вас люди.
Уходит? Да. Все. Так, это куда? Вот хлебушек. Проснулись. Второй день пребывания в Архызе. Проснулись, слава богу, все живы-здоровы. А ну, коменданту доклад. Это все, что я могу сказать. Ну, оденься чего-нибудь еще на себе. Да, мне ноги замерзли. Носки тебе дать теплые? У вас есть? Да. Дайте мне кофе. Кофе? Пани с Вольска. Носочки с Канадой, с возвратом. Канадой? Да, мне канадцы подарили. Я все трофеи смотрю. Ну-ка покажи, сколько счастья у тебя на лице теперь. Тогда мы супер. Все, пауза. Проверила.